Всем привет! Ребята, мы уже начинаем готовиться к школе, потому что Алисе идет первый класс. Да. Ура! И сейчас едем в магазин купить смарт-часы. Решили, что Алисе уже в школе могут пригодиться, да? Да. Кому будешь звонить? Тебе. Маме. Бабушкам, да? Привет, ребят. В общем, да, мы решили, что пока с телефоном может быть сложно, Алисия может его где-нибудь оставить, забыть. Поэтому попробуем пока смарт-часы поносить на ручки. Ты готова к школе, а? Школьница наша маленькая. Мы уже приехали в наш новый торговый центр. Сейчас походим немножко по разным магазинам, посмотрим, какие есть, потому что, я так подозреваю, нам нужны только розовые. А еще бы желательно, чтобы работали хорошо. Ну что, пока у нас еще не получилось найти часы своей мечты, ищем дальше. На сколько батарейки хватает? День. Или фиолетовый лучше? Или розовый, или фиолетовый. Ну что, нашли? Да. Часы твои. Как ты хотела, розовые. Все, счастливый ребенок делает букеты из цветочков. Мы решили забежать в Макдональдс еще, раз уже здесь. Смотрите, какой у нас красивый новый торговый центр. Кто-то в Маке сегодня прям очередь, как будто бы выходной день. Мы с Алисией и папой ждем заказ пока. Ну что, довольный ребенок? Да. Едет домой с Макфлори, с часами, что там? Мама вернулась с родительского собрания. Здесь учительница передала для Алисы письмо. Почитали? Вообще у нас, ребят, тут генеральная уборка. Смотрите, я пытаюсь все Алисины разукрашки, рисовалки убрать, выкинуть лишнее и освобождаю шкафчики для школьных дел. Вот что. А можешь просчитать? Давай. Добрый день, дорогая Алисия. Привет, уже сегодня новый день. Мы с Алисией вышли на репетицию 1 сентября. Завтра на линейке Алисия будет звонить в звоночек вот такой вот. Алисия хвастается. Уже позвонила всем, кому только можно, да? Сестричкам, бабушкам, маме, папе по 10 раз сегодня. Нравится тебе? Да. Ладно, ребят, мы немножко спешим, поэтому поехали. Мы уже порепетировали. И вот пришли домой, будем сейчас с Алисией собирать рюкзак. Это что такое? На самом деле, нам завтра много не надо. Помните, Алисе на день рождения дарили прикольный набор с авокадиками. Вот мы решили взять. Надо открывать. Ага. Взяли оттуда ручки. Покажи, какая линейка. Боже, я обалдею. Смотрите, какая красивая. Внутри все переливается, а здесь на цепочке такой авокадик. Алис, ну давай же тогда ребятам покажем твой рюкзак. Давай. Боже, моя школьница. Ребята, если вам нравится Алискин рюкзак, вы же, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Мне кажется, красота. Алися, ты веришь, что завтра уже в школу? Да. Первый раз, первый класс. Ребят, ну не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал. И увидимся завтра, да? Да.